Завтра в стране день траура по погибшим в Кузбассе. Хакасия скорбит. Полтора часа назад на Первомайской площади в Абакане прошла памятная акция «Кемерово, мы с тобой». Такой скорби эта площадь еще не видела. Сотни жителей республики и взрослые дети пришли поддержать семьи, потерявшие в страшном пожаре родственников, и почтить память погибших, а таких, по предварительным данным, 64 человека. Точное число пропавших без вести пока неизвестно. С собой люди принесли цветы, игрушки, свечи и белые воздушные шары, символизирующие души детей, жертв трагедии. Ровно в 19 часов под сигналы автомобилей сотни шаров взвелись в небо. На земле же зажгли свечи. Очередь к стихийному мемориалу у здания правительства растянулась на несколько метров. Пришли, как говорится, поддержать людей, наших сибиряков, кемеровчан. Конечно, скорбим все вместе. Простите, не могу сдержать слез. На самом деле ужасно. Это в который раз дает нам на многом задуматься и сплотиться для того, чтобы в дальнейшем такого просто не повторялось. Кемерово, мы с вами скорбим, соболезнуем, нет слов. Простите нас, дети.